Флукс бутоник. Интродукция Голубицкой Любови Федоровне. Ну, где-то 1993 год он появился, и появилась о нем статья в журнале. Высота, ну, 60-70 сантиметров. У меня он такой довольно-таки высокий. Бутон никогда не раскрывается. Вот это его особенность. Бывают отдельные годы, когда бутон полураскрывается. Но я лично не видела ни разу. У меня он не раскрывался ни разу. Но видела на выставке полураскрытый бутон. А обычно оранжево-фиолетовый такой флокс. А вот в кустике он никогда у меня не раскрывается. Я лично этот флокс видела на острове Валааме. Около Спасо-Преображенского собора там буквально рабатка, огромная клумба вот с этим флоксом. И я думаю, вот эта особенность, что он не раскрывается, бутон, она в таких вот жестких условиях пребывания, она закрепился просто на этом флоксе. И вот он такой. И, скорее всего, на материк он тоже попал с Валаама. Это не только мое предположение. Флокс-бутоник. Очень интересный флокс. Особенный. Ну, цвет такой фиолето-розовый. Стебли тонкие, но не заваливается. Верхняя часть стебля бордовая. Очень устойчивый к непогоде и вообще к разным катаклизмам. Закалился на Валааме. Флокс-бутоник. Интродукция Голубицкой. Ну вот, бутоник тоже разбутонился. Такое дружное цветение. Пошел дождик.